Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Shadow Tactics, клинки Сёгуна. Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Ну что же, в прошлой серии мы с вами освободили всех крестьян. Блин, надо теперь только выбраться, и с этим большие проблемы. Потому что тут появилась куча патрулей. Мне в итоге надо было, скорее всего, избавляться от этих двух. А потом уже освобождать крестьян. Потому что эти двое, блин, как раз очень сильно парят нам все. Но, в принципе, есть план небольшой. Мы сейчас берем Юки и Мугена. И тащим их вот сюда. Отлично. Так. Теперь берем Юки. Смотрим, где у нас этот, получается, здесь стоит. Берем Мугена. Отлично. Так, а вот Юки сейчас его и грохнет. Отлично. Так, от одного избавились, хорошо. Так, Муген, забирай свое саке. Такс. Ну, допустим, теперь нам надо избавиться вот от этого друга. От этого, потом вот можно будет избавиться от этого. В принципе, их здесь никто не палит, наверное. Ну да, в принципе, нет. Главное только вот от этого избавиться. Да, придется идти кругалями. Желательно обоими, потому что, ну мало ли. Вдруг нас запалят. Тут вроде мы от всех избавились, никого больше здесь нет. Отличненько. Такс. Сейчас мы только бутылочку саке вот сюда поставим. Его же здесь никто не палит. Ты не палишь. Ты не палишь. Ты тем более не палишь. Ну, отлично. Так, саке. Фух. Я думал, тут будет палево. Нормально. Так, ладно. Фух, избавились. Хорошо, ладно. Так.
Да блин, а здесь везде палево. Да. Это, конечно, от этого друга бы избавиться, блин. Хотя, с другой стороны, у нас, в принципе, тут, наверное, Юки справится. Да, Юки? Такс. Сохранимся. Так, это не палит, а ты как у нас? Ага. Вот здесь, значит, тогда надо ставить ловушку. Да, там все равно получается обзор падает. Отлично. Отлично, девочка, молодец. Так, ну и тащи его туда сюда. Мугену, в принципе, можно, допустим, если он сможет докинуть кирпич сюда. Если, конечно, он сможет это сделать. Так, ты затащила? Молодец. Так, давай теперь сюда. Ну, тут, в принципе, не должны запалить его. О, отличненько. Потихонечку надо будет их вытаскивать. Замечательно. Так, пока ты его не, в него не вцепилась. Да, радиус уже здесь больше не действует. Это плохо. Но здесь, в принципе, можно саке использовать. Сейчас посмотрим. Нет, саке, наверное, нельзя использовать. К сожалению. Его запалят. Вот от этого бы избавиться, блин. Было бы здорово. Так, ну-ка, Муген... Иди пока сюда. Так, Юки тоже давай сюда. Было бы, конечно, здорово, если он смог бы этот камень докинуть прямо вот до него, но, по-моему, у него такого нет угла. Не докинет. Не докинет. Так, давайте сохранимся пока. Нифига себе. Да нет. Не получится никак. Он его палит. Он его палит. Так, а Юки тут можешь перепрыгнуть? Нет, Юки здесь тоже не может перепрыгнуть. О, блин.
Да, вот если бы вот этих вот бы не было, было бы все шикарно. Считай, этого мы выманиваем, этого выманиваем, и все будет отлично. Но, к сожалению, не получается так. К сожалению. Плюс он еще здесь палит его. Саке, к сожалению, не достанет. Вот кто мне мешает. Так, ладно, Юки, давай пока сюда. Так, мне нужен дедок. Мне нужен дедок. Так, Юки, пока давай сюда. Дедок, пока давай сюда. Не, тут его палят, блин. Тут его больше палят. Еще этот палит его. Так, давай Мудрен пока тоже сюда. Я что-то пока даже не могу представить, куда их всех тащить. Как его можно здесь привлечь, блин? Даже без понятия. Так, вот сейчас где у меня здесь? Фух, как же быть-то? Соломина шляпа ничем не привлечешь. Здесь еще этот палит его. У детка патроны закончились. Окей. Да, надо было от них, конечно, избавляться. Вот если бы не вот эти двое, дела бы обстояли попроще. Так, пока сохранимся. Вообще даже не представляю. Так, ну-ка пока, Юки. Косо-косо но мелодии.
Не, это, конечно, ты привлечешь внимание, а толку-то и вообще вот этот вот палит. Да. Дружище палит. Такс. Ну, допустим. Ну, пока выпускай. ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ。タクマ先生がやるみたいに音を出したの。うん。気づいておったとはの。きっとクマもお侍さんを助けてほしがってるよ。 Ну-ка, Юки, давай пока наверх. А, ты же можешь его отсюда грохнуть, правда? Правда. Так, сохранимся. Такс, ну допустим. Ну-ка, дедуля. Дедуля. Отправь его сюда. Так, Юки. Давай сюда. По идее, допустим, да, если он... На зверька отреагирует, он к нему подойдет поближе. Если сюда еще поставить бутылочку саке, то, по идее, он далеко должен уйти. Его никто не должен здесь запалить. Главное вот сюда, вот где-то вот в эту область поставить. Хорошо, запомнили. Но, как далеко он видит, могу ли я его поставить где-нибудь вот здесь? Окей. Давай попробуем поставить, значит, Муген. Куда ты? Давай, если что, бутылочку вот сюда. Сам в тень. Если вдруг у Юки не получится, тогда... Тогда ты используешь свое умение. Ну что, начинаем шоу. Нет, не получилось. Отлично. Так, замечательно. Теперь такую же схему можно разработать и для вот этого друга. Так, сохранимся пока. Так, дедуля. Так, а подожди, его ж, в принципе, можно... Ну, пока давай сюда. Да, вот там бы, конечно, бы от него бы избавиться бы. Он на тебя отреагирует.
А дальше-то что? Ну давай попробовать поставим здесь бутылку. Нет, надо как-то вот здесь вот. В принципе, сработает. Так, ну попробуем. Саке, увидел? Тазан! Отлично. Все замечательно. Так. Верните хозяину. А хозяин, иди сюда. Так, и как нам теперь дальше быть? От мелких избавились, хорошо. Ну этого палят. Четыре соломенные шляпы, обалдеть. Как быть, пока не знаю. Но главное, мы от мелких избавились. Если бы хотя бы здесь бы не палил, то есть была бы зона. Хотя зона есть. Так, дедок, у тебя патронов нет, вообще ноль, по нулям абсолютно все. У Юки еще два патрона. У тебя тоже два. Так, ну-ка, Юки. Давай сюда. Муген. Давай сюда. Варера ва хицио то сарете иру. Тадачи ни соко ни мукау. Блин, там везде палево. Ты с этим камнем можешь даже быстро бегать? Ага. Нет, не канает. А, так это патроны. Дедуля. Так, дедуля. Это, скорее всего, патроны. Точно, точно. Три снайперских выстрела я могу совершить. Три. Но какие? Раз, два. Этих я уже не беру. В расчет уже не смогу. Так, тогда подожди. Сюда. Раз, два, три. А я могу поставить разные цели? Не, ну, блин, он перезаряжается же еще какое-то время.
Так. Нет, только получается один выстрел могу совершить, да? Так, сохранимся. Все? Или кто прискочит? Проверять? Не, эти все стоят. Фух, ха-ха-ха. Ну что, берем всех и валим. Даже можно бегом. Это было круто. Круто, сложно и интересно. Все целы? Да, спасибо, мой господин. Спасибо. Мы все должны благодарить эту смелую юную девушку. Ее зовут Юки, и без нее никто из нас бы не выжил. Нет, это не... Мы обязаны тебе всем, Юки-тян. Надеюсь, однажды мы сможем отплатить тебе тем же. Не за что. А теперь нам нужно уходить, пока не появились новые мятежники. Куда вы нас ведете? Направляемся в лагерь господина Набору. Там вы укроетесь, пока все не уладится. Молодец, Юки-чан! Благодарю, Такума-сама. Фух, интересная миссия. Вот это вот интересная миссия. Шикарно. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбавай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.